дизельное топливо в Тверской области одно из самых дорогих в Центральной России. По данным Росстата, к началу февраля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Верхневолжье цены на автомобильное топливо не менялись. По-прежнему бензин марки АИ-92 в среднем стоит за литр 50 рублей 41 копейку, АИ-95 – 54 рубля 20 копеек, АИ-98 – около 70 рублей за литр. Дизельное топливо в среднем стоит почти 63 рубля. И если стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа одни из самых дешевых, то бензин марки АИ-98 и дизельное топливо одни из самых дорогих в ЦФО.